вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, Тоня светит танцу витриориту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Никаких вестей. На все запросы следствие идет. И вдруг записка чудом. Нас ведут этапом. Хоть бы увидеться, родная. А я... Ай, мой год. А я буду спать. Ты посмотришь, потом все. Лагерь. Ведут, ведут. Отряд! Цепь установить! Обеспечить коридор! Чего лекарства зря тратить? Не жалеть сына. Парень. Глаза на тот свет смотрят. Дочь моя, спрячь. Спаси. Варя моя. Бредит. Заговаривается. Выносите ее. Заразит тут всех. Сереж, давай. За ноги передавай.
только аккуратно. Оставьте ее здесь. Пока. А дальше посмотрим. Иначе Ритку тебе не видать. По зрению не возьмут. А ты, Варька, балда малохольная. Да ладно, Мить, я ж пошутила. Владлен Иванович, Владлен Иванович! Антоновых директору срочно, Варю и Надю, скорее. Здрасте. Равняй, равняй. Давай левее. Выше, туда, выше. Туда левее, ты. Равняй. Выше, выше надо, поднимай. Выше. Ну так хорошо. Да. Ну все, оставь. Офицерская жена – это та, которая всегда сумеет дождаться своего мужа с войны. А если он не вернется живым, то сделает все, чтобы его считали героем. А если у него незаслуженно отнимут звание героя, ошибочно обвинят в предательстве, настоящая жена пойдет за своим мужем до конца. Если надо будет, сложит голову вслед за ним. И не в военное время. Вот, товарищи, отрывок выпускного сочинения ученицы 10 класса Варвары Антоновой. Тема была «Жены декабристов». Ну и как же она назвала этот, так сказать, опус? Офицерские жены. Все писали другую тему, а она... А это та же тема. Декабристы были офицерами. Офицеры остались при старом режиме. А у нас командиры рабоче-крестьянской Красной Армии. Да? Она и писала про старый режим. А вот, пожалуйста, сочинение Антоновой Надежды немногим лучше. Те же подтексты. Убили не за грош, уничтожен цвет офицерства. Это... намек, товарищ. Вы можете объяснить, что вы написали? Вы о чем писали? Жены декабристов разделили участь своих мужей на каторге. Разве нет? Это что такое? Я спрашиваю, что это такое? Сочинение на заданную тему. Ты, не, дурочка, тут не валяй. Проходите.
Эх, Катя, Катя, Катерина. Умная, красивая женщина. Я ж тебя на работу взял на свой страх и риск. Я даже не спрашиваю, почему ты из своей Москвы уехала. Ребенка твоего в школу взял. И эту племянницу по твоей фамилии без документов. На слово поверил. Надеждина, так сказать, взаимное понимание. А ты? Ну что ты меня морышишь, а? Катя. Катенька, ну. Вы знаете, я замужем. Ну а где ж наш муж? Где ж муж наш, а? Где муж наш? Вас это не касается. Почему это не касается? Меня это очень, очень меня касается. Зато меня вот это меня касается. Ежу понятно, что Варварины родители арестованы. Как ее настоящая фамилия, а? А я узнаю. Я все узнаю. И по какому праву вы свою фамилию раздаете? Детям врагов народа тоже узнаю. Ох, ответите. Ох, ответите, Катерина Афанасьевна. Отвечу. Отвечу. Кать! Устала? Молока будешь? Нет, спасибо. Простите, тетя Катя, я не думала, что так выйдет. Хотя вру, я думала о маме, когда писала. Она говорит, что уйдет. А куда она уйдет, мама? Я должна уйти. Варя, ну, пожалуйста, я про... Мама! Варя, сбежать – это значит признать вину. А в чем твоя вина? Ну-ка, сядь. Я сама должна решить, что нам делать дальше. Дайте время, девочки. Я подумала, если мама когда-нибудь прочтет, если она увидит, то она будет знать, что я не забыла ни ее, ни папу. Простите меня. Простите. Он будет через час. Поняла, Ирина Юрьевна. Квартира Саенко, слушаю вас. Поняла, приду. Глаша, кто это? Кого? Это номером ошиблись, Ирина Юрьевна. Я зелень забыла купить. Мне б на рынок. Фартук сними. А, ага. Я быстро. Зелень почем? 2 рубля. Да вы что? Но. Рубль в базарный день. О,
Так я много буду брать. Давайте мне вот, вот эту. Сколько это все будет? 5 рублей. 5 рублей, прекрасно. Убирай. Здравствуйте, Екатерина Афанасьевна. Спасибо, всего вам хорошего. Вам чего? Васильки, а у меня новость для вас есть. В нашем доме мужчина холостой хороший. Для меня узнавали специально. Я к нему стирать, убирать хожу. Грудинки отрежьте мне. Глаша, помощь твоя нужна, беда. Что-то с девочками? Их нужно куда-то подальше отвезти, слышишь? Опять? Ты сильно жирная, мне не надо. У меня хозяйка так этого не любит. Жишь, хорошо. А мне жир тоже нельзя, у меня вон своего достаточно, да? Че, на беды курили? Неважно. Главное, к твоим родственникам куда-нибудь. Ну, кому-нибудь. Можно? Екатерина Афанасьевна, миленькая. Но у меня же все из деревни в город на заработки попереезжали. Ты давай это, бумаги не жалей. Хорошо, хорошо заматывай, даю, чтоб не потекло. Даю, вот. Мне больше просить некого. Вот, денежки возьми, здесь без дачи. Без дачи, спасибо. Спасибо. Спасибо, благодарствуйте. А так вы Ирину попросите, хозяйку мою. Ну, вы же дружили с ней. Неужто она откажет? Пойдемте, пойдемте. За спрос денег не берут. И за 3 года здесь ничего не изменилось. Только жильцы меняются. Все, кто при вас жил, все... Здрасте. 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 Иди, иди, Фимочка, иди, иди. Иди, Дуди. Неужели Ирина вам ничем не поможет? У нее родни здесь деревенской вечно пасутся. И тем более она вам обязана. Чем? Ну как чем? Они же тогда в вашу квартиру въехали, еще ничего стыть не успела. А Семен сейчас в силе. Вы знаете, какую он должность занимает? Здравствуй, Ира. Узнала? Глаша, иди на кухню. Прости, что я вот так сюда. Глаша, иди на кухню. Вы в своем уме? Ну ладно, Анна, а ты? Под монастырь меня хотите? Никто не видел. Да тут и стены видят, будто не помнишь. Я помню, у тебя в Приозерском родня живет. Спрячь там девочек. Надю и Варю. Варю? Козуб? Ты с ума сошла? Ира, пожалуйста. А ты в курсе, что твоя Глаша? Кому она тут, кроме нас, ходит бельишко стирать? Да я при ней опасаюсь лишнее слово сказать, а ты только о себе и думаешь. Не о себе, а о девочках. А вы, я вижу, мебель нашу оставили. И картины тоже. Казённое тут все забыла? Ира, прошу, помоги. Только советом. Сдай Варю туда, где детей врагов держит. И живи, знать, спокойно. Если вас тогда не взяли, то и сейчас не тронут. И замуж выходи. Ты еще интересная, устроишься. Семен, он не должен тебя тут. Катерина, уходи. Уходи. Катерина, я прошу тебя. Скорее. Нет, туда наверх. Прячься. Туда заходи, прячься. Жди там. Сенечка. А я тебя в окно увидела. Я жду тебя уже готов обед. Ну чего ты, правда? Я просто тебя в окно увидела.
Екатерина Афанасьевна. Екатерина Афанасьевна, миленькая моя. Ну, не плачьте, не плачьте. Она как была лапотница, так и осталась. Даром, что форсу много. Но это ж надо такое предложить вам выйти замуж за... При живом-то Николая Ильича, а? Зараза. Ну, пойдемте. Пойдемте, не плачьте. Ну, я же для девочек специально. Екатерина Афанасьевна. Ну, Глаш, ну... Ну, как это? Ну, возьмите. Ну, я вас очень прошу. Спасибо. И вот еще. Что еще? Вот брошь. Подавай. Мне ее Мария Андреевна подарила, когда я Варю от скарлатины выходила. Помните? Передайте Варе. Пусть хоть какая-то память от матери останется. Это еще зачем? Я же вам все сказать хотела. Майор, который сейчас в квартире Козубов живет, ну, мой, бумажку достал, узнал специально для меня. Она Атифа подурала во время передислокации, когда их перевозили с одного лагеря в другой. Так что сирота теперь наша Варечка. Катя, Катерина, можешь? Тут человек из Москвы приехал. Ну, и из этих, ну ты понимаешь? Интересовался тобой писаками, твоими сочинениями. И сделал, и еще, Катя, адрес ваш. Я вынужден был сказать. Катюша, поверь, это не я, это литераторша, это... Где тебя, ёшкин кот? Так, а ну не бегать здесь! Добрый день. Здравствуйте. Майор Ермилов, пройдемте в дом. Идите писать во двор. С ними я уже побеседовал. Чаю не предложите? Вы их что заставили писать? Донос? Я знаю, зачем вы пришли. Дети. Они же еще дети. Моя дочь и Варя. Они ни в чем не виноваты, понимаете? Ну, они не в ответе за родителей. Так же учит товарищ Сталин. Меня забирайте, слышите? Меня обвиняйте, меня задерживайте. Их не троньте. Хорошо, держитесь. Написано прямо о вас. Тетради можете забрать, а лучше, конечно, порвать. Они переписывают сочинение. Надеюсь, без лишней романтики. Зачем вы нам помогаете? Как фамилия Вари? Степан Козуб был моим командиром в гражданскую. Я и предположить не мог, что его расстреляют как врага народа, а меня поселят в его квартиру. Вот такой вот винегрет. Подождите, так это вы? Глаша говорила, это вы узнали, что Мария в лагере умерла? Да, на этапе. Дочери ее уже сообщили? Не смогла. Вы передадите?
Я не буду плакать. Мама не любила, когда я плачу. Уезжать вам никуда не надо. Скоро и так начаться может, что всех разбросает по сторонам. Вы считаете, что будет война? Тихо, тихо. Ну кто сказал война? Вы ведь не первый год в звании жены, должны понимать. А как же провокаторские слухи? И прятать Варю под своей фамилией не стоит. Да, ей когда 16? В октябре? Пусть получает паспорт по своей. Да и хорошие приятели у ваших девчонок. Только не спрашивала у них ваш адрес. Не сказали. На маму. Не знаю, я вообще об этом не думаю. Я надеюсь, что... А ты знаешь, почему мы так тебя назвали? Долго спорили, но имя тебе дал папа и сказал, между нами с тобой теперь всегда будет надежда. Давай, понесли. Девочка, а почему ура? Война! Ура! 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 Война! Ура! 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 Кажется, если я немца живого увижу, я на месте умру от страха. Ты уже немцев собралась встречать? Так, а ну отставить упаднические настроения. Ой, Митька, ты чё раскомандовался, а? Кто же мне Юбкин комиссар? Злая ты, Варька. Между прочим, тоже не Ваньку валяем. Здесь трудовой фронт. Да какой здесь фронт? За городом рвы немцам копают. А норма, знаете? Каждое рыло нарыло, по 2 кубометра нарыло. Петька. Ну, узнали? Я на 2 минуты. Отбываю место службы. Мечтали буду документы приводить. Красавица. Полное удовольствие. Деньги, аттестат, боец Красоткина! Ну ты, Ритка, красотка, как всегда. Да ладно вам, тоже мне диковина. А то сейчас Митька трогать прибежит. Ну все. Рит! Спасибо. Ребят, до встречи. Я как почту полевую узнаю, я вам всем сразу напишу. Варька, ты это, серьезно насчет фронта? Ну, настоящего? Да. Если пойдешь, я с тобой пойду, поняла? Поняла. Вот, нашел в почтовом ящике. Ни марки, ни штемпеля. Это от Марии Гозуб. Читаешь это письмо, значит, добрался хороший человек до Москвы. Меня выходил наш фельдшер, хотя все же похоронили. Катя, как там моя Варя жива-здорова? Значит, ошиблись с ответом, умерла на этапе, значит, жива?
А вам, Катерина Афанасьевна, лучше бы в Москву вернуться. Устроиться на работу, с комнатой мы поможем. Теперь уже можно такой винегрет кругом. Юрий Иванович золотой души человек. Ему надо доверять. Другой бы не смог, а он... Осторожно. Я бы за него костьми легла. Екатерина Афанасьевна, если Юрий Иванович сказал, что поможет, значит, девочек ваших приструнят. Да они сейчас, дурехи, по военкоматам бегают, на фронт рвутся. Пустите? Да кто их возьмет, маленькие еще. И что, проводили Семен Федоровича? Проводила. Разбираться направили. Почему-то вдруг все воевать разучились. А потому неудача, что расшатали армию. Чистили врагов. Да не всех еще, наверное. Из-за них все это. Понимаешь? Из-за них. Тихо. Екатерина Афанасьевна. Спокойно. Так, значит, сейчас мы быстро встаем в строй. Митька! Девочки! Наших фамилий в списке нет. Значит, сейчас будут. Сдадим присягу и возьмут. Куда они денутся? Вон Митьку взяли. А нас не берут почему? Потому что мы девочки. Подержи гармошку, пожалуйста. Только это, дождись меня. Я присягу пока принимать буду. Извини. Красноармеец Иванов! Я! Выйти из строя! Есть! Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Пошли в строй! Я всегда готов по приказу выступить. Строй, пошли! Моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин, я клянусь защищать ее мужественно и командиров. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Разрешите обратиться? Опять ты? Это не бирюльки. Пожалуйста. Тебе, это присяга. А ну марш отсюда. А если я не боец? Почему вы мне приказываете? Марш отсюда. Красноармеец Терятев, выйти из строя! Ну что, не устала держать? Не взяли, да, девчата, вас воевать? Не, не взяли. Может, ты нас возьмешь в ординарце? Я буду тебе сумку таскать, Надька, гармошку. Да. Леша. Леша? Тут армия, Леша. Я вот боец Козуб. Паря. Это Надя. Тут еще где-то наш друг Митька ходит. Фамилия? Терехов. Вот. Надежда, я вообще хотел летчиком стать, вот пока не вышло. Летчиком? Летчиком. Недолетчиком. Недолетчиком. И каким ветром тебя в наш городок, летчик, недолетчик? Получите. Наш, да я вообще в Москву приехал поступать в театральный, но вот война началась, я сразу туда на призывной. Фамилия? Горю, Савиахимовец, летать умею. Спортсмен. Распишитесь. Ага. Вот, с парашютом прыгаю, они говорят, вот и лети домой. Угу. На призывной. Домой, смешно, да? Угу. А ты вообще откуда? С Харькова. Туда не успею уже, так что пока здесь будем воевать. Ну а чё, здесь хорошо. Ну что, давай гармошку. А машина! Гармошечку! Держу.
Хорошо, давай! Да слышь, я слышу, не кричи! В начале лета я последний раз в Харькове был. Потом уехал, а дома мама осталась с двумя сестренками. Батя на фронте, наверное. Конечно, если бы у нас в городе институт искусства был, хотя бы училище, я никуда бы из дома не уехал. Мне дома нравится, там все друзья, все знакомо, ко всему привыкший. Ты что, в артисты ты пошел? С гармошкой петь? Ой, прости. Ну, вообще, в прошлом году с цирком Шапито всю область объездил. Шапито? Да. Клоуна, что ли? Нет, почему? Воздушный гимнаст. У меня разряд по гимнастике. Вот за выступление по 37 рублей получал. Для моего возраста это... Как будто не веришь мне. А я покажу. Держи. Внимание! Браво! Сальто! Терехо! Артист, артист. На, артист, ну так. Поешь нормально. Не гармошку тебе надо было тащить, а ложку с миской. Понял? Да, это первое дело на фронте. Откуда у тебя такая подруга, которая все знает прям? У меня отец военный был. У Наськи тоже. Вон Митька меня послушал, и не в накладе. А как же вас отцы военные сюда отпустили? Да тише вы. Завтра выдвигаться рано. Спите уже. Давай. Митя, держи дверь. Да, Надька у нас такая. Если заснула ее, бомбежка не разбудить. Спорим, с утра проснется, не поймет, как здесь оказалось. Да? Не обидится? А что обижаться-то? Мы для нее стараемся. Там тесно, здесь лучше будет. Да? Так. Сюда. На месте стой. Откуда они и кто разрешил? Товарищ командир, мы все равно на фронт попадем. Чего бы нам это ни стоило. Черти, вам только играть. Сейчас отсыпаться, а завтра либо отправим обратно, либо будем оформлять. Все, спать. Надька-то в тебя влюбилась, недолетчик. Что, она сама что сказала? Я ее без слов понимаю. У нас отцы дружили, а мы с ней с детства росли. Задурил ты ее гармошкой своей. Может, она мне тоже нравится. Тихо сегодня, да? Немцы, поди, устали бомбить. Может, сегодня удастся поспать? Ой, нет, Глаша. Надо быть начеку. Да и правда он просит две смены. Отдежурить бомбы ловить некому. А девочек ничего. Где они? Что? Варя даже не знает, что мама жива. Ой, Ирина Юрьевна, а вы чего? Мы и сами-то справляемся. Да, я хотела спросить, а Варя и Надя на фронте? Не пишут, да? И от моего Семена весточки никакой. Кать. Ты прости меня за то, что я тогда тебя, ну, вот так выгнала.
И когда шли в бомбоубежище, наговорила разного. А ты не злись, что тогда не заступилась за Козубов и за Николая твоего. Но он заступился. И что? Сильно помог Козубам? А ему? И в квартиру твою тоже мы въехали. Но если нам ордер дали, что ж надо было, отказаться? Следующий адрес – лагерь. Кать, хочешь, возвращайся в квартиру, живи. Но что ж ты будешь в дворницкой-то? И мне не так страшно. От Семен Федоровича точно ничего нет. Сообщили сегодня, что на него паёк отменяется. Не знаем, мол, где ваш муж доблестно воюет. А может быть, отсиживается где-то у немцев в плену. Отсиживается мой Семён. Видишь, как Кать. Обе жены офицеров. А были разные. Мой воевал, а твой сидел. А теперь уравнялись. Хорошее обращение и пропитание. Ваша борьба бесполезна.